Живу также в Нью-Йорке, поменял квартиру, взял социальную себе квартиру. Вот, в хорошем месте. Так что работаю на трех работах. В общем, все хорошо. За исключением того, что меня уже просто Америка заебала. Я не люблю американцев, это мрази. Вот, глупые, тупые, самодовольные, самонадеянные, упрямые как ослы, скандалы в Нью-Йорке на каждом шагу, стресс. Вот это, конечно, ужасно. Меня уже просто выворачивает. Я хочу не то что уехать насовсем, я хочу поменять обстановку. Если я получу travel документ, конечно, я сразу же мотану в Мексику. Ты был в Мексике или ты был на Шри-Ланке, да? Да, в Мексику я так и не доехал. Ой, я поеду в Мексику, это сказочная страна, мне там нравится, там ебля, там дешевые цены, там очень добрые, открытые люди. Вот, я поеду в Мексику на пару месяцев, хочу отдохнуть, поебаться классически, скупаться в море. Вот, а потом я посмотрю, я хочу Колумбию открыть для себя. Вот, говорят, Колумбия сказка. Вот. Ну, естественно, вот такая ситуация. С Андреем мы поругались, я его обрезал. Окончательно, что ли? Да, потому что он меня заебал. Он провокатор, он каждый раз, я ему предупреждал, потому что у него, ну, знаешь, это хроническое возобновление обсирания, и он меня последний раз так обсирал, такие гадости мне писал, оставлял сообщения, и я его выключил. Так он, слышишь, через других людей пытается со мной помириться, а я ему сказал, я говорю, ты знаешь, ты идиотка конченая, ты уже старуха, тебе 50 лет, блядь, а чем старше ты становишься, тем ты более дура, блядь, и глупая, и тупая. Я говорю, кто ж после того, что ты мне идиотка писала и высказывала, кто с тобой будет общаться? Сиди, сука, одна, там же вот эти, она там знакома с этими с местными бедовками русскими, которые, знаешь, приехали тоже вечевые, сдались. Они же все получили, ты в курсе? А, ну вечевые быстрее, да, получают? Да, так они получили бесплатные квартиры, пособия. Знаешь, эта тварь Андрей, он за 8 лет мы здесь находимся, он ни дня не работал, ни одного дня. Он живет в центре Манхэттена в шикарной квартире с видом на небоскребы, да? Yeah. И причем, знаешь, махинации делал, пересдавал свою квартиру, как-то менялся с Майами, он любит юга, он жил там в Майами, кажется, пару месяцев. Mm. Но там его опрокинули, кинули, блядь. В общем, понимаешь, Андрей это мразь. За 20 лет знакомства с ним я, в принципе, знал, что он мразь, да? Но здесь он меня просто достал. Понимаешь, это человек с неуравновешенной психикой, с неуравновешенным эмоциональным фоном. Он наркоман, он употребляет наркотики разные, кристал мес, даже кокаин вроде. Вот, он, ну, конченый опустившийся урод, блядь. Поэтому я его обрезал и не хочу даже его вспоминать про него. Вот, потому что с ним, даже если вот мы получим документы, на что я рассчитывал, с ним куда-то ехать, там мы хотели Колумбию открыть. А с ним нереально это сделать, потому что он деградировал сейчас, он просто наркоман, потому что он зависимый человек. Mm-hmm. Он неделю нормально, потом его трясет, он идет покупает этот кристалл мет у этого, у дилера, принимает нахуй, и все, и на 3-4 дня в умате, блядь, не жрет, блядь, худеет нахуй, ебется нахуй под кристаллом, знаешь, какая ебля, хоть с доской. Все кажется красивым. Можешь с дверью поебаться, блядь. Он считает, что дверь, она очень красивая. Понимаешь? Uh-huh. Вот, поэтому, ну о чем, понимаешь? Ну, хуйня. А ты Розу помнишь, Розу? Что за Роза-то? Ну, как его? Эдик зовут. А, наверное, ты его не знаешь. Сплешки тоже бедовка, старушка, ей 60 лет. Ну, мне тоже, кстати, будет 60 на следующий год. Вот, она приезжала в том году, она тоже вечевая, приезжала и попросила нас ей помочь сдаться здесь. Она тоже хочет сесть на все бенефиты. Мы ее встретили, тогда еще с Андреем я общался, мы ее встретили в аэропорту. Она прожила, Роза пожила у Андрея недельку, а
Андрей ее заебывал, она мне жаловалась, что Андрей ей жизни не дает. Вот. И мы его пристроили, дали ему квартиру двухкомнатную. Я с этой Розой женился здесь. Что, прям свадьба, что ли? Ну, не свадьба. Мы пошли, оформили отношения, дали справку, что мы женаты. И на основании этого нам ХАСА, ну, это такая организация, которая помогает ВИЧевым, а на основании этого нам дали шикарную двухкомнатную квартиру, но в Бронксе. Я так обрадовался, думаю, вот, и улучшил жилищные условия. То есть мы же не ебемся, мы так. Привет, она в одной комнате, я в другой. А она, ну пидорасы же, понимаешь, пидовки. Она вдруг пошла, включила заднюю. Я говорю, иди сдавайся, и вон адвокаты бесплатные тебя ждут, чтобы тебе оформить прошение на убежище. И как только ты подашь прошение на убежище, тебе дадут пособие по талоны на питание, cash assistant, это денежное пособие тебе дадут. И очень много других бенефитов дают. А она вдруг испугалась и говорит. Ой, я не знаю. И, в общем, она тянула, а с ХАСы, она еще и по-английски не говорит. И фактически я работал переводчиком, и мне с ХАСы звонят и говорят, почему ваш супруг не сдается, не получает документы иммиграционные. Я говорю, ну мы работаем в этом плане, вы знаете, как сложно найти адвоката, какой-то процесс. Они терпели. И сказали, так, или нам давайте бумаги, что вы подали на иммиграцию, или освобождайте нахуй квартиру. И она, тварь, блядь, собрала вещи и уехала в Москву, блядь, сука, блядь. А я, хорошо, я не бросил свою комнату, где я раньше жил, мне пришлось вернуться. Но, понимаешь, вот смысл, с ними каши не сваришь. Я говорю, почему у тебя все дали, почему ты не пошел сюда? Ой, я не знаю, я боюсь, я это. И все, но у нее виза на 10 лет. И я не знаю, я говорю, так ты снова тебя не пустят. Ну, кто ж не пустит, я же не сдалась, она говорит. В общем, там очень все сложно, патология пидовская, ну, сам понимаешь, эти пидовки это непредсказуемые мрази. И, в общем, вот так вот такая эпопея была с этой Розой, блядь, идиотка. Ну, она, видно, поняла, она такая страшная, ты знаешь, она здесь не будет ебаться. Тут же в Америке другая схема ебли. Если в Москве, там, в России можно развести натурала, да, там, поговорить, напоить, как-то, ну, повоздействовать, да, психологически. А в Нью-Йорке-то язык другой, во-первых, ты не повоздействуешь никак. А во-вторых, они из другого теста, а для них это не работает. Они пугаются и убегают, вот и все. А Роза поняла, что она здесь не сможет ебаться, ее никто же не хочет. Здесь же свободная страна, блядь, в кавычках. Тут же, блядь, как я тебе говорил, когда много гомосятины, здесь такой перебор идет. И она просто не востребована. А ну что она? Она ехала, ездила в метро, там моргала. Как, ну, она работала как в Москве. Там с неграми, с латиносами моргала. Она с ними пыталась общаться, но она же ни слова по-английски. И в итоге она поняла, что это не работает. Она что-то сосала пару раз, пошла на вокзал в Нью-Йорке, в туалетах там мандеж идет, она отсосала у негра. И вот это она поняла, что вот такой ее ждет туалетные варианты. И она, видно, поняла и решила не оставаться. Ну, с другой стороны, дура, я говорю, ну, ты бы хоть бы сделала базу какую-то, правильно, материальную, потому что все дают. И получила бы документы, бы, ей бы, я уверен, быстро бы дали. И потом бы уехала, и жила бы где-то в Латинской Америке, или даже в Россию можно нелегально приехать. Ну, она бросила все и сразу улетела в Узбекистан. И оттуда мне с фотографией, там с узбеками она ебется, там такие парни красивые. И она в челме там бегает, в общем, сосет у всех. С молодыми тоже? Ну, она только по молодым, ты что, ей 60 лет, и у нее... Блять, а как молодые тогда 60-летним, это, им похуй? Ну, она же платит. Она же приплачивает 1500 рублей. Вот. Поэтому она... И потом натуралом, ну им похуй, она оденет парик, накрасит губы. Она дыру открыла, он думает, что женщина обнимает и ебет ее, блядь. А ей это и надо. Вот. Поэтому
она в Ростов-на-Дону ездила, там какие-то турки-месхетинцы. Она мне такие фотографии высылала, я охуел. Такие турки красивые парни, как они идут на нее, голые, блядь. Красавцы с хуями, блядь. И она говорит, ой, я, блядь, в Ростове-на-Дону, я так ебалась. Потом она в Дагестан, в Махачкалу, в общем, она вояжи делает по всему бывшему СССР. В Дагестане она еблась, ее даги ебут, блядь. Ну, ей хорошо, она пассивка, видишь, я-то актившая, я в жопу не даю. Я в России разводил тоже хорошо натуралов, я их ебал в жопу. А здесь, в Нью-Йорке, ты знаешь, я востребован. Я вот никогда не думал, что в 60 лет я буду востребован. Оказывается, здесь, в Нью-Йорке, вот такое маленькое извращение. Молодежь все хотят дэдди. Не в смысле sugar daddy, ну то есть, чтобы я платил за них. А именно им нужен постарше мужчина. Я не знаю, почему-то они считают папочка, что когда выебет папочка, это классно. И ты знаешь, у меня так много партнеров, что я уже потерялся. У меня штук 20 постоянных парней, которые практически пишут или ко мне, или я к ним. И у нас так, заходишь, о, привет, привет, ой, класс, давай разнимай трусы, разделись, ебу, ой, как ты ебешь, хорошо, спасибо, пока. Ну, такое. Спасибо и пока, то есть общения нету, только, блядь, поебаться и все. Да, это же Америка, здесь никому это не надо. У меня есть латиноамериканец, один парень из Эквадора, 26 лет, ну, вот он... Ты знаешь, он очень душевный, но он далеко живет. Но вот он, я его ебу, просто он кончает на хую, прыгает и дрочит, и кончает. Ты знаешь, очень душевный, он целуется, он коммунист. Он когда узнал, что я из Советского Союза, он просто меня ценит как раритет. И он все время спрашивает, а как было при Советском Союзе? То есть он коммунист, он занимается активной политической деятельностью здесь. Вчера мне пишет, я его с Новым годом поздравлял, он говорит, мы в центре Манхэттена на пропалестинском протесте. Причем он очень грамотный, он гражданин, давно у него мама приехала, он уже тоже получил паспорт. И он против США, я говорю, подожди, а почему ты здесь? Он говорит, ну я выжидаю время, я собираюсь отказаться от американского паспорта. И вчера он был на пропалестинском протесте в Манхэттене. Вот, и я когда с ним разговаривал, ну до вот этого сегодня, до вчерашнего дня, я говорю, объясни, почему ты за палестинцев? Причем он очень грамотно начинает объяснять. Сионисты, он почему-то... Я говорю, подожди, сионисты сионистами. Но Хамас же напал на Израиль. А он говорит... Но ведь и евреи пришли в дом палестинцев. Я говорю, евреи вернулись в свой дом, а евреи всегда там жили. Он говорит, где доказательства? Я говорю, Библию почитай, вот где доказательства. Ну, в общем, мы с ним спорим, очень сложно с ним политические споры вести. И он, но потом мы ебемся, он целуется, обнимается, я его ебу в жопу, блядь, он просто раздвигает руки, он обожает, когда его ебут, просто как суку, блядь. Причем парень натуральный с того вида, я бы никогда не подумал, что он гомосек, он абсолютно нормальный, ну такой интеллигентный, но абсолютно нормальный. Ну и так по гриндеру здесь, ой, боже мой, негры такие приходят, у меня был такой негр красивый, я удивлялся, я его так ебал, блядь, смотрю и не верю, блядь, хуила громадная, фигура идеальная, лицо красивое. 20, сколько он, 26 лет, как-то, боже мой, ну, задержись, пожалуйста. Ну, один раз поебались, даже номерами обменялись, а что толку, я ему пишу, он молчит, блядь. Потом, среди ночи, знаешь, вот так вот, 2 часа ночи, я засыпаю, вдруг такое сообщение на Гриндер. Приходи, выеби, блядь. Слушай, фотография, не грила. 25 лет, красавец, вот знаешь, вот, ну не поверишь, что он по теме, да? И вот можешь себе представить, я смотрю по расстоянию, он высылает локацию, ну, минут 15 пешком. Ну, надо попробовать, да? Ты знаешь, одеваюсь, блядь, вот представляешь, 2 часа ночи, иду, открывая дверь, я охуеваю, красавец стоит, вот просто, понимаешь, вот как модель с облучкой. Стоит, улыбается, и борода у него такая классная.
Я ему говорю, все нормально, я тебе понравился. Он говорит, да, заходи. Значит, заходим, раздеваемся, он на колени. Натурал, вот этот бандит, знаешь, который ходит, вот это, е-е, мэн, е-е, вот этот. Слышь, становится на колени, и вот этими губами своими толстыми обхватывает мой хуй и сосет. Причем раздетый, он вот так раздевается наголо, я смотрю, ну это хуило, блядь, там шняга свисает. Садится на колени, сосет, потом тащит меня в спальню, становится раком, и я его ебу, блядь. Дыра такая узкая поначалу, потом я ее разрабатываю, она такая широкая становится. Я люблю, знаешь, ебать на отмашь, как я говорю. То есть я вытаскиваю хуй и с разбега сразу, да, вот, ну вот, вытаскиваю, засунуть и елозят там. А я люблю вытаскивать, и мне нравится, когда хуй проходит вот сфинктер, да? Ага, да. Щекочет, вот. Да. Внутрь засунул, ну, елозишь, головка там болтается, она не эта. А когда сфинктер вытаскиваешь, да, и снова заходишь. Да. Дорого стоит. И, ты знаешь, многим это нравится. И вот он, сука, стонет, я говорю, тебе хорошо, не больно? Он говорит, да, заебись, сука, блядь, ебись. И, в общем, мы ебемся, потом он садится на хуй, кончает на хую, наливает мне сперму на живот. Я говорю, ну я-то не... они все просят кончить им в жопу. Причем ебемся без гандонов. Ты же в курсе, здесь в Америке все на препе, да? Ну, знаешь, да, что это такое? Да. Вот, все на препе, и мы ебемся без гандонов, потом, я говорю, подожди меня, я не смог тебе кончить внутрь, а он говорит, давай, я вручную, он целует меня, яйца трогает, я кончаю, и вот когда сперма выходит, он улучшает момент, вскакивает на хуй, и вот сперма извергается, и ну как, она уже вышла, да, и он, она же как бы смазка хорошая, и он садится опять своей жопой мне на хуй, и часть спермы заходит к нему в жопу. И он говорит, вот это дорогого стоит. Я вот смотрю, думаю, да. И, знаешь, потом мы встаем, обтираемся, я смотрю на него, я говорю, слушай, ты такой классный. Он говорит, ну, спасибо. И я говорю, ну, я хочу с тобой еще увидеться. Он говорит, ну, может быть. И вот я ему пишу, говорю, давай опять увидимся. Тишина. Ну, тут, знаешь, когда у него будет настроение, он сам проявится. А может быть, ну, знаешь, как-то, да, настроения нету. Вот ты попал в ключ. Они все эмоционально нестабильные. Что значит настроение? Если ты нормальный человек, тебе хочется ебаться. Я хочу ебаться каждый день. Пожалуйста, вечером можно созвониться и поебаться. А они вот, ой, а у меня нет мут, у меня настроения нет, у меня... Ну, все... Блин, в Нью-Йорке это все психбольные. Тут большой госпиталь психиатрический. Не, серьезно, я понимаю. Это сити, это стресс. Поэтому здесь столько сумасшедших. Я уже стал нервный, понимаешь? Я стал очень нервный, блядь. Меня раздражает все, особенно когда они орут по телефону. Они идут, орут по телефону, блядь. А в общественном транспорте, блядь, ведут себя вызывающие. Зевают громко на весь вагон, блядь. Каркают. Разговаривают громко, блядь. Выступают не со старшим. Кладут ноги на сиденье. Ой, тут столько дебилов, блядь. У меня было конфликтов до хуя, особенно с неграми. Негры, они ненавидят белых. Вот. Они всячески показывают свое превосходство. Могут стукнуть. И ты знаешь, здесь в Нью-Йорке сейчас очень много случаев. Просто вот идешь, а он тебя ебнет, блядь, и пошел. И ты не докажешь ничего. Пока полиция придет, он просто уйдет. Вот и все. Поэтому Нью-Йорк это опасно. Толкают с платформы на пути очень много случаев. Ничего себе. Да, практически каждый день какой-то криминал происходит в Нью-Йорке. В общем... Ну, а полиция там дежурит, как-то они это все вылавливают, там людей как-то привлекают или что? Нет. Ну, сейчас усилили. Я сейчас вижу часто полиция на платформе. Раньше этого не было. Ну, а что толку? Ну, они же не могут все осмотреть, понимаешь? Поэтому этот Subway уже... Ты же был в Нью-Йорке, да? Не, я не был в Америке. Ой, блядь, не надо, блядь, и не ходи, блядь. Не знаю, почему все в Америку лезут, блядь, здесь такой маразм. Во-первых, Роза, когда приехала в Нью-Йорк, она же из Москвы, она вот так вот ходит и говорит, боже мой, и вот это люди сюда хотят? Понимаешь, здесь все, она говорит, здесь все примитивное. Во-первых, Subway это такая жопа по сравнению с московским метрополитеном, это как...
хуй с пальцем сравнить. Сабы, интервал между поездами 15 минут, 10 минут. А ночью, ну, правда, он работает круглосуточно, ночью 20-30 минут. Нормально? Грязь такая в сады, заходишь, понимаешь, это страшная грязь. Там плювки, там харчки. Значит, весь сабвей полный бомжей. Там бомжи везде, они живут там, понимаешь? Они, вот эти вагоны, я называю их мобильный шелтер, да, для бездомных. Это вот, понимаешь, они все спят, особенно ночью, оккупируют все сиденья, там сесть невозможно. Они лежат все, понимаешь, вонючие, в тряпках, чухаются, чесоточные, блошные, блядь. Я не знаю, там заразиться можно. Причем их не убирают. Ну, многие возмущаются, говорят, ну мы же платим, а сабвей, знаешь, сколько стоит один раз проехать? $3. Сколько? $3 проехать один раз, нормально. Ну, конечно, можно купить этот месячный проездной и там добиться скидки. Я плачу за проезд за месяц, ну, безлимитный, на автобусах и на метро, я плачу $65 в месяц. А нормальный стоит проездной $124. Но я добиться скидки, как малоимущие, я плачу $65. Ну, скажи, за $120 в месяц. Разве это нормально получить такой сервис? И всем похуй. Поезда опаздывают. Можешь ехать, потом хуяк остановится и стоит, блядь. Пиздец, блядь. Или объявляют, поезд сбил какого-то человека, идет расследование. Все стоит, блядь. Ничего себе. А почему так? А почему там не убираются, ничего, блядь, не делают? Почему так? Да потому что Америка очень несправедливая страна. Мы все за границей, вот когда в России были, я считал, о, Америка это образец справедливости, тут суды, можно что-то выиграть. Образец это экономика, это люди хорошо живут. Когда я здесь прожил 8 лет, я понял, что это блеф, миф. Ты знаешь, многие вещи в Америке хуже, все вещи хуже, чем в России, все. Кроме двух вещей, почему меня здесь это держит. Первая вещь, что лучше, чем в России, это возможность заработать, деньги получить. Платят хорошо. Это первый. И второе, медицинское обслуживание. Я получил бесплатную... Да, если ты работаешь хорошо, ты будешь платить за медицинскую страховку, это невыгодно. А вот быть бедным, это очень выгодно. Дают бесплатную медицинскую страховку. Понимаешь? Цена здесь неплохая, я тут все подлечил, по всем врачам прошелся. Вот, только две вещи. Все остальное, ну я не хочу здесь жить, пойми, эта страна не для этой жизни. Люди, это такое говно, блядь, это такое... То есть невоспитанные, у них же нет советского образования. Они невоспитанные, они не убирают за собой кружку. Туалет, кружок в туалетах никогда не поднимают. Я его специально обсыкаю, блядь, чтобы они садились на санью, понимаешь? Я устал за ними поднимать кружок, ты понимаешь? Люди безответственные, они хуй на тебя положили, он сделает так, как ему выгодно. Понятие порядочности, совести здесь отсутствует, здесь животные. Почему называют Зу-Йорк? Зу, ну это зоопарк, да? Йорк, вот это правда. Люди настолько мерзкие, особенно негры, блядь, это ж пиздец. Не все. Есть порядочные, но я говорю про большинство. Поэтому Роза, когда приехала, она говорит, боже мой, как здесь все примитивно. И это правда, вот эти билдинги, хрущевки наши, по сравнению с этими ебаными билдингами, в которых я живу, да, это сто раз лучше. У нас супермаркеты на каждом шагу в Москве. Ну, Москва это лучшая инфраструктура, очень удобный город, да. Нью-Йорк это очень неудобный город. Здесь инфраструктура очень хуево развита. Ближайший супермаркет от меня 10-15 минут пешком ходьбы, ну, идти, да. В Москве, я помню, жил у Розы. 4 супермаркета в шаговой доступности. Вот у меня то же самое. Вот раз, два, три, четыре. Вот. Это одна минута идти до 4 супермаркетов. Вот. Здесь и причем такая хуйня, все дорого, безумно все дорого, люди все выкраивают, выгадывают, блядь, питание, блядь, хуевое, конечно, ты можешь хорошо питаться, деньги есть, пожалуйста, ходи по ресторанам, по кафе, здесь полно, да,
Но это стоит безумно, покушать, блядь, стоит $15 один раз, блядь, кто ж потянет? Дома готовить нет времени, потому что ты бегаешь как лошадь, высунув язык, чтобы как-то держаться на плаву, чтобы что-то там, ну, и работать, и, ну как, и по пардям бегать, да? У меня, кстати, сахар поднимается, я на грани диабета. Тут все практически на грани диабета, потому что хуевое питание. Все эти несвежие, знаешь, наготовил, а оно не свежее, а уже заебало эта несвежесть, блядь, понимаешь? Я состою в клубах благотворительных для педерастов, там нас подкармливают. Ну, дают на дорогу, ну, ты принес это, а не все эти пластмассовых этих лоточках, блядь. Ну, ну, на следующий день я не могу это есть. Оно невкусное, блядь. В России как-то проще, там и цены дешевле. Не, а ну а почему? А в холодильник там убрать, это уже все равно, да, плохо. Ну, понимаешь, здесь такая еда, ну, как сказать, не то что синтетическая, она не органическая, что пока горячая, вкусная, на следующий день из холодильника достал, блядь, я это есть не могу. То есть все-таки делается как-то, блядь, какие-то вот эти вот гены, эти, блядь. Модифицированные, да? Конечно. Да? Да. Да, очень много толстых, боже, меня разнесло, я тоже жирный, блядь. Причем, знаешь, так интересно, я когда сюда приехал, да, я тоже был жирный, ну, после Москвы тоже там стрессы, да, жрал дохуя как-то с пузом. Приехал сюда, а тут стресс другой. Денег мало, все дорого, и я экономил, я жрал одни яблоки. И ты знаешь, я так схуднул, блядь, я посмотрел, говорю, нихуя себе, прям красавец, похудел. Ага. А потом, когда я устроился, когда у меня все устабилизировалось, блядь, стрессы-то остались другие, ну, то есть, вот, ну, у меня было жилье, работа, да, вроде как нормально, но стресс был там, Subway опаздывает, да, там люди ведут себя вызывающие, я не могу это принять. И другой был стресс, да, и я начал жрать, блядь, а так как у меня как бы все стабильно и деньги есть, я начинаю покупать эту еду, и меня опять разнесло, блядь. Ой, блядь. У меня был... Я приехал, у меня размер был XL, L, потом стал M, medium. Я так обрался, думаю, ой, medium. Брюки были 34-й, а стали 32-й, блядь. А потом все вернулось. Опять сейчас у меня 34-й, блядь. Large XL. И Руза, когда приехала, она говорит, а, тут, конечно, есть магазины шаговой доступности, называется Grocery Deli, так называемый. То есть, знаешь, такие вот заведения, там все продают, там бутерброды делают, все это дорого. И Руза, когда заходила в эти дели, ну, они, да, они на каждом углу, она говорит, боже мой, это ж так примитивно, блядь. Я говорю, Руза, ну, ты видишь, вот они проклинают Россию, этот Запад, да, указывают на недостатки в России. Они бы поехали бы, посмотрели, как метро работает, поучились бы, сделали себе такое метро здесь, но они же не хотят. Поэтому, ты знаешь, Россия во многом права, я солидарен с Россией, ну и, конечно, во многом не права. Ну, так скажем, я сделал вывод, из двух зол я выбрал меньше. И Россия хуйня, блядь, и Америка, поверь мне, такая хуйня, блядь, многие не могут здесь жить, уезжают, американцы, иммигранты, очень многие возвращались, приехали, вот, помнишь, через Мексику был поток русских, когда война началась, да, у вас там? Ну да, да. Да? А поток русских пошел, да, многие приехали, бежали в Америку, а потом многие сказали, мы не можем здесь жить в этом говне, и просто уехали. Поэтому, ну, опять-таки, Нью-Йорк это не Америка, я был, вот, допустим, в Далласе, да, я там был недолго, но там наверняка есть свои тоже нюансы, которые не очень хорошие. Ну, Даллас понравился, но опять-таки, понимаешь, для иммигранта Нью-Йорк это самое лучшее, потому что только в Нью-Йорке ты можешь найти работу нелегальную, только в Нью-Йорке ты можешь получить от благотворительных организаций бенефиты и поддержку. Так много, как ни в другом штате, как ни в каком другом штате Америки. Поэтому все прут в Нью-Йорк. Здесь очень много иммигрантов, но, с другой стороны, это хорошо для меня, потому что я с американцами ебаться не могу. Они не умеют ебаться, секс с ними хуёвый. А вот у меня латиносы в основном, слушай, вот это люди, какие они классные, они красивые, они душевные. У меня много латиносов, которые, ну, так скажем, постоянные. И вот секс с ними охуительный, они страстные, они отдаются. Американцы это ни о чем, блядь. Они умеют ебаться, они...
ой, я не целуюсь, ой, я в жопу не даю, ой, я хуй не сосу, блядь, ну, а чё тогда, блядь? Я не знаю, что они тогда. И очень много извращений в извращении. То есть, они говорят так. Быстрый секс. Ты пришел, выебал и ушел. Я говорю, подождите, я говорю, мне это не интересно. Я хочу прийти, пообщаться. Ну, когда ж по-русски, пообщаться. А, да. А поговорить, да? Поцеловаться. Ага. И долгую сессию я люблю ебаться долго. Лежать, трогать, сосать, дрочить, быть процессом, да? Вот, ну, хотя бы час-два. А они говорят, нет, ты должен прийти, снять штаны, у тебя хуй должен стоять, и выебать меня, тут же кончить внутрь и уйти. Они называют fuck and go. Fuck and go. Или как они, damp, ну это, поломать все и уйти. Я поначалу думал, это нормально. А, еще у них, знаешь, какое извращение? Они говорят, так, дверь дают адрес по гриндеру. Значит, приходишь, поднимаешься на четвертый этаж, дверь открыта, входная, заходишь, жопа кверху стоит на кровати, выебал и ушел. Они называют door open, ass is up. Ну, ass, жопа кверху. Fuck and go. Я поначалу думал, это интересно. А слышал, действительно, да, заходишь, дверь открыта, проходишь, жопа стоит, раком стоит, да? А я так, а хуй вообще не реагирую, знаешь, что жопа и жопа, блядь. А я же хочу видеть лицо, я хочу понять, насколько сексуальный человек, да? Я пытаюсь, говорю, покажи личико, говорю, читай. А он отворачивает, они не хотят показывать лицо, блядь. И ты знаешь, я пытался что-то там присунуть, а у меня ничего не получалось. И я уходил, а они мне потом такие проклятия писали. Ты хромая утка, блядь. Хули ты, блядь, хуй не встает у тебя, а? Я говорю, вы животные ебаные, блядь. Как может мне хуй встать на голую жопу без лица? Я говорю, я же не животное. Поэтому здесь ужасно. Я серьезно, я тут получил психологический урон, ущерб, блядь. Меня так оскорбляли здесь на английском языке, даже пиздили, как ни в одной другой стране. Даже на Шри-Ланке меня так не унижали, как меня унижают в Америке. Так что... Не, ну на Шри-Ланке, по-моему, там никаких не было унижений-то. Было, почему? Я там, помнишь, были конфликты-то? Я с пацанами там все время сталкивался. Твой дружок, помнишь, в очках, как же его зовут-то? Я уже забыл. Ты с ним общаешься? Не, вот этот Самуду, почему он без очков? Самуду. Этот, нет, не шри-ланкиец, а вот этот, ты... А, Миша. Миша. Не, я с ним не общаюсь уже давно, вот, не. Он все время возмущался, что ты провоцируешь шри-ланкиецев. А. Ну, да, со шри-ланкиецами у меня были, конечно, конфликты, но... Да, столько, сколько в Америке нет, поэтому... Конечно, здесь подняться можно, я... За 8 лет я так поправил свое финансовое состояние, положение, что я думаю, в России я бы никогда бы этого не сделал. Но, с другой стороны, я потерял очень много, да я душевно потерял, психологически, большие стрессы. И жизнь неинтересная здесь, жизнь неинтересная. Когда я выживал, была одна работа. Я ничего не видел, кроме работы. Когда устроился, я сейчас стараюсь работать поменьше. А ты говоришь, на трех работах как поменьше-то? Я там фиктивно где-то как-то вот там по-своему. То есть у меня очень много свободного времени, и фактически я работаю только субботу-воскресенье. А с понедельника по пятнице я нихуя не делаю. О, ну это другое дело, да. И как успевать тогда на трех работах это делать? У тебя какое-то дистанционное, что ли, это? Или что? Ну, что-то типа такого. Вот. Короче говоря, я вот встаю поздно, ложусь поздно, очень много еблю у меня, по 3 раза в день бывает иногда. Офигеть. Да, ну в основном попадаются какие-нибудь ублюдки, страшные пидовки, которых я ненавижу, жирные, блядь. Ну они обманывают, в гриндере фотографии в молодости или других людей. Или в ракурсе каком-то. Приходишь там, свинина Василина, блядь. Я же советский, мы же советские люди. Я боюсь как бы нахуй послать, да? У меня же какие-то есть моральные устои, да? А они, я же тоже не молодая. Я их
трудная, и у меня тоже фотографии не совсем отображающие. А они нет. Ты что, дверь открываешь и говорит, так, не то. Не то, что со фотографией, до свидания. И дверь перед носом закрывает. Вот так вот. То есть ты тратишь время, хуй знает, куда идешь. Тут же в Нью-Йорке все добраться куда целая проблема. Общественный транспорт хуёво работает. А я прихожу, а там свинина. И вот я сижу, терплю и улучшаю момент сказать, ой, извини, мне нужно там, кто-то вызвал меня. Кто-то позвонил, кто-то написал, что надо выходить срочно. И я выхожу. То есть они так, как ты уходишь? Я говорю, да, извини, надо идти. А иногда, ты знаешь, вот страшненький вроде, я начинаю говорить, то есть я сразу и ты знаешь, вроде как начинает нравиться, и они как-то жопу открывают, и я подумал, ну хуй с ним, выйдет. Вот такой негр, сука, на фото вроде нормальный, пришел жирный, просто свинья какая-то. Ну, хороший человек оказался, мы с ним пообщались. Потом как-то меня раззадорило, и я его выебал, блядь. Потом он мне говорит, ой, я так тебя полюбил, приходи. А мне-то это нахуй не нужно. Ну да. А вот те, которые мне нравятся, стройные, красивые, они меня игнорируют. Вот только иногда бывает попадание, вот как этот Леонардо из Эквадора, коммунист, социалист. Он действительно красивый, но он не худенький тоже, но он сексуальный. Вот, потом у меня пакистанец есть, врач, такой хороший, 33 года, слушай, такой красивый парень. Врач, я прихожу к нему ебаться, сразу говорит, у меня здесь болит, что здесь, как-то, он тут же отвечает структуру. И говорит, ой, мне так нравится твой хуй, и давай, нахуй садится и кончает, не дотрагиваясь до хуй. Я такого вообще редко видел. Вот его ебешь, да, он любит нахуй сесть, прыгает, слышишь, хуй стоит у него, и прямо сперма пошла, он не дотрагиваясь до хуй. Вау, оргазм, да, я так обожаю. Потом есть один из Венесуэлы парень, такой качок красивый, ну, правда, он в возрасте, ему 36, кажется. Такой качок, блядь, такой красивый, блядь. И тоже меня так обожает. Я его ебу нахуй. Он прям снимает на видео, какую жопу заходит. Так что Нью-Йорк, конечно, хорош в плане ебли, но все равно Москва что-то особенное. Все-таки натуралы наши, и поговорить можно, и душевно, и как-то вот и поебаться хорошо. А это клубы там, сауны есть? Ты знаешь, конечно, в плане ебли Нью-Йорк очень хорош. Вот смотри, у меня три опции, большие возможности в этом плане. Смотри, здесь в Нью-Йорке очень много секс-клубов, так называемые секс-пати. Они проходят практически каждый день. Ты платишь 25 или 35, но сейчас они подняли чуть ли не $45, платишь. Заходишь, там все голые, и ты ебешься. Но опять-таки, есть разные категории эти секс-пати. Есть, допустим, микс, там все, да, толстые, старые, молодые. Тут же не забывай, очень много молодых, которые хотят старух. Жирных, да, есть эти, как их называют, медведи там, да? Вот, медведи есть, медвежья секс-пати. И что, вот молодым прямо в кайф это медведи, вот что за извращение? А почему так? Ты знаешь, помнишь поговорку, на каждый хуй свой покупатель есть? Я охуевал, когда, я тебе сейчас объясню, смотри, есть медвежьи секс-пати, наверняка там приходят молодые, красивые, тонкие, которые хотят с медведем. Да. Есть такие извращенцы. Но я туда никогда не ходил, потому что мне медведи не нравятся. Я сама медведиха. Вот. Там есть смешанные, да? Вот там старухи толстые, худенькие. Там я приходил, там есть красивые, да? Но мне не нравится там, потому что очень много старух, а красивых мало. Mm-hmm. Потом есть медведика, называется Дед. Дед – это папочка Дед, Дэдди Сан, сынок. Папочка-сынок. Mm-hmm. Я думаю, надо пойти. Вроде, может, молодого парня, который любит папочку, я подцеплю. Ты знаешь, я ходил несколько раз. Папочек больше, чем сынков. И
меня иногда не пускают туда по возрасту. Они смотрят на документы, если видят, что мне уже 60, а там до 40. А иногда они закрывают глаза и говорят, ой, ты красиво заходи. Вот молодые, где только молодые, вот это мое. Ты знаешь, я там просто охуеваю, там все отборные, все красавцы и все ебутся. Я вот так смотрю и не верю глазам. Такие парни натуралистые, красивые, которые сосут хуй, дают в жопу, блядь. А, там, кстати, было очень много, кто любит, чтобы их обсыкали. Там в этом клубе прям ванна. И там сидит, слышишь, этот какой-то китайский парень, достаточно молодой, красивый. И вот подходят все, и вот он прямо счастлив. Они достают писину и ссут. И он вот это вот в этой моче, блядь, сука, чуть ли не в рот ее заглатывает, блядь. Я вот на это смотрю и охуеваю. Сколько извращенцев, блядь. Хорошо, капрофагов нет, чтобы насрать. Попадаются здесь на гриндере. Я охуевал 2-3 раза. Они требовали, чтобы я пришел и им насрал, блядь. А я не могу. Один мне, слышишь, заебывает, говорит, ну ты как, хоть хочешь? А я говорю, я не хочу. Ой, приходи только тогда, когда ты будешь хакать. Парень высылает фотографии, сказка. Потом был один... Ну, а что ты не хочешь-то, если сказка, должен сделал бы, что? А мне неприятно, я не хочу срать на него. Вот, потом парень один есть, негр, такой красивый, пишет мне, говорит, я хочу полизать тебе жопу, но только чтобы она была грязная. Вот ты как пострешь, ты говоришь, вытирай жопу и позови меня, чтобы я полизал. Я смотрю твою запись. Он говорит, ну, та жопа, или он любит, чтобы, знаешь, вот, дня 4 не мыться, жопа спотела, чтобы там, вот это, и он придет, и он будет вылизывать это все. Он говорит, ты в душ не принимал 4 дня? Я говорю, ой, принял, забыл. Он говорит, черт возьми, я говорю, ну, приди хоть так. Он, не-не-не, я прихожу только, когда ты душ не будешь принимать, неделю ходить. И, знаешь, я так устал от этих извращенцев. это первое, значит, можно секс-пати. Их очень много разновидностей. Тут даже есть секс-пати, которые стоят, не поверишь, $120. Я на них никогда не был, но я общался с парнем русским, который только по ним ходит. Он говорит, на этих патях там такие отборные модели журналов, что ты в шоке. Я говорю, ну, естественно, $120. Кто ж заплатит за так? Но я туда никогда не ходил. Я плачу вот это вот $30-35. Иногда меня пускают на молодые. Вот иногда отворачивают. Я прихожу, они говорят, ой, менеджер сказал, только до 40. Я говорю, ну что? А что, проверяют прям паспорт, что ли, да? Ну не паспорт, а у нас тут это ID. И они на входе смотрят. А иногда он вот так, ох, иди уже. Главное, заплати. Вот. Потом... пати есть, только дрочат. То есть не дрочат, только сосут. Нельзя ебаться в жопу. Да, ничего себе. Да. И вот парни сосуны и дрочуны, они прямо там на углах стоят банки с вазелином, и все стоят, дрочат. Все смотрят друг на друга, доставляют писюны и дрочат, блядь. Потом сосут. Вот, если поймают, что ты в жопу пихаешь, могут выставить с вечеринки. Ого. Да, потом, и самое, что мне нравится, бесплатная секс-пати, это в парке. В Центральном парке, блядь, каждый день, ну там особый район Центрального парка, он же очень большой, и вот я помню, я искал этот район, это так сложно, я и по интернету адрес выяснял, смотрел по GPS-навигатору, мы с Андреем тогда общались. Он нашел сразу, когда он без меня как-то под наркотой был, ебаться захотел, он нашел как-то. А я пошел специально искать. Я облазил все, я не нашел. И потом, в общем, случайно я нашел это место. Каждый день, как стемнеет, или даже еще когда светло, особенно летом, боже мой, там такая ебля, блядь. Причем полиция знает, блядь. Я охуеваю, там просто сказка. Летом пацаны раздеваются наголо. Там парк неосвещенный, там кусты, какие-то аллейки, тропинки. И вот там такая ебля, блядь. И денег никаких не надо. За так, блядь. За так, блядь. Молодые пацаны хуи сосут, блядь, в жопу дают, блядь. Ебут, блядь. Я там познакомился с Мишей. Хороший мужчина, 50 с чем-то лет. Он уже давно, правда, в Америке. Вот мы с ним так подружились. Он такой хороший человек оказался. Мы с ним ездили во Флориду вместе.
Вот, то есть можно познакомиться именно даже для души. Мы, конечно, никогда не ебались, он не в моем вкусе, но очень такой интересный человек. Вот, и вот можно туда ходить. Mm-hmm. Ну, ты знаешь, меня заебывают, сейчас холодно. Хотя и там, ой, я помню, какой-то зимой на морозе там выебал колумбийца. Mm-hmm. Выебал прям в кустах. И ты знаешь, и похуй мороз был. Я так разошелся, так аж вспотел. Думаю, нихуя себе, блядь. Вот так обрадовался, он прямо, я ему кончил в жопу, он говорит, ты молодец, сказка. Потом мексиканцы, сколько там, так негры приходят, блядь, такой негр сидел, блядь. Летом, я помню, еще светло было, сидит на лавочке, я так глянул на него, думаю, блядь, какой он красивый. И ты знаешь, он, я ему понравился, мы пошли потом, он у меня хуй сосал, я у него такое хуйло отсосал. Ну, жопу он не дал, что-то он жопу не давал. Целовался, блядь, так хорошо было. Так что Нью-Йорк это в плане гомосятины что-то с чем-то. Ты тут не ебаный не останешься. Ну, Флорида круче, ты говоришь. Но Флорида, это еще... Я не думал никогда, что гомосятины может быть достаточно. Знаешь, мы всегда, ой, ебли нету, всегда ебаться. А там... Чересчур, там, знаешь, там уже, ну я не могу, опять приходит такой самец, а я уже не могу, я только сейчас кончил, я же не могу, ну вот он стоит, говорит, ну давай, и сосет у меня хуй не стоит, блядь. И Миша, который, вот этот мы с ним ездили, ну он некрасивый, он тоже мне говорит, слушай, говорит, ну вот только выехал, приходит другой, выебал, другой приходит, еще красивее, говорит, а я уже не могу, блядь, выливаешь. В общем, пиздец, не Флорида, это что-то с чем-то, конечно, там пляжи, блядь, климат хороший, так что, сколько латиносов там, боже мой, они даже по-английски не говорят, там во Флориде надо испанский знать, там все по-испански, в супермаркет заходишь, они все по-испански говорят, я же в Мексике жил, я по-испански говорю чуть-чуть, я думаю, о, как хорошо испанский знаю. Так что вот такая ситуация. А Майами там что? Это Майами это во Флориде, да? Или нет? Да, это город во Флориде. Ну там в Майами тоже там нормально, да? Ну это и есть Флорида, я тебе про Майами и говорю. Майами, Флорида, вот там ебля была такая, что чересчур, знаете, просто. И там же этот пляж, нудистки, гейски, все. Слышишь, вот заходишь, вот чисто посмотреть визуально, какие красавцы лежат, черные, белые. И у всех хуи стоят. Стоят прям конкретно, блядь. Обалдеть. А когда стемнеет, там, блядь. А, в Нью-Йорке здесь еще есть Нью-Джерси, он же рядом через залив Нью-Джерси. Летом мы с Мишей, у Миши машина, мы ездили на Сэнди Хук, это тоже гейвский нудистский бич, пляж. А Миша берет палатку с собой, ой, мы в палатке ебемся, блядь. А потом как стемнеет, негры толпами, человек по 5, по 6 становится и ебутся, блядь. И я прямо с неграми там ебся. Там прямо, правда, рейнджеры приходят, иногда гоняют, иногда если поймают за сексуальной активностью, могут штраф выписать. Сколько? Мы стараемся смотреть. Ну, там же федеральный штраф может быть чуть ли не $1500. Вот, ну, мы смотрим, они рейнджеры фонариками светят, и когда вот мы ебемся, кто-то говорит, ой, рейнджеры, и все разбегаются. Такие парни стоят, такая ебля, боже мой, что творится? Мир с ума сходит. Гомосеков сейчас больше, чем нормальных, поверь мне. Сейчас нормально встретить нереально. Все пидорасы, все, кто-то латентный, кто-то скрытный, блядь. Я же вижу, по улицам хожу, вот я в колледж ходил учиться, блядь. Ну он смотрит, блядь, я чего смотреть 10 раз? Ну явно он что-то хочет, блядь, а боятся признаться, блядь, боятся. Здесь свобода, казалось бы. Блин, ну слушай, ну у нас-то вот тоже был это в Москве нудистский пляж уже там полвека, да? А все вот 2 года назад запретили. Это какой, Серебряный Бор? Серебряный Бор, да. Как запретили? Что, нету ебли, а? Я все голым нельзя, выпивать нельзя, короче, вот так. О, ну это хуёво. Да, да. Зато у вас сауны не запретили, в сауне, вот Роза вчера звонила, пошла Новый год в саун встречать. Саун-то работает? Ну, это работает, да.
сколько стоит? 1000 рублей, да? Прям 10 долларов, хуйня какая здесь. Не, ну там не, ну даже подешевле в некоторые. Как? Больше, меньше 1000? Да, там 600-800 есть. Ну у нас 4 сауны в Москве сейчас работают. Раньше было 6. За 6 долларов нихуя себе так дешево поебаться может? Ну да, как бы вход. Не, ну знаешь, что еще, как бы вот ты. А клубы там, кстати, это, тоже, ну, всякие там секс-шоу, о, эти травести-шоу. Есть такое? Подожди, в Нью-Йорке у нас целый район, здесь есть Кристофер Стрит, там одни. Вот я вчера отмечал Новый год в одном из таких баров. Гейские бары, но чтобы клуб с дискотекой, кажется, или есть, я не знаю. Ну, смысла мне нет туда ходить, платить деньги, чтобы пидавню это увидеть и поплясать, и нахуй мне это неинтересно. Наверное, есть, но я не помню. Саун, как таковых, в Нью-Йорке нету, нету. Ничего себе. Да, есть это... Джим это что по-русски будет? Тренажерный зал. Ага. Их несколько. И ты знаешь, я вот хожу заниматься в тренажерку, там я же вижу очень много красивых парней, они смотрят. А есть тренажерный зал, называется Нью-Йорк спортивные клубы. NYSP. Нет, подожди, Нью-Йорк спорт. SC, да. NYSC. Я туда ходил, меня Миша, тоже знакомый пидорас, еврейчик один, водил туда, он член. Он, если ты member, да, вот этого клуба, ты имеешь право с собой человека привезти. И вот в этих клубах, во всех практически, есть сауна внизу, в бейсменте, в этом квартале. Знаешь, он меня водил, вот это и нахуй сауны не нужны, там такая ебля, блядь. После занятия мы ходили туда часов 8 вечера, блядь. Ебутся так, что я негры, латиносы, такие красавцы, и все дрочат. В парную заходишь, там это финская сауна или парная, вот так сядут на лавочках, смотрят и руками работают, потом сосут. Ой, блядь, все, что хочешь. Вот это да, есть. Ну, а туда мембершип стоит $40 в месяц. Безлимитный. Приходи, он покупает. А я нашел через благотворительную организацию бесплатное членство в другом спортивном тренажерном клубе. Называется Блинк. Кстати, недалеко от дома. Я туда хожу, занимаюсь. Там иногда мне нравится. Ну, там гриндер работает. Приходишь, когда занимался, открываешь телефон, там уже куча сообщений. Один пишет: ой, ты, наверное, вспотевший после занятий. Я говорю: ну да. Ой, заходи скорее, он любит потный. Как пришел там молодой парень, 22 года, и нюхает подмышки, блядь. Хуй сосет потный. Я его выебал, блядь. И он еще: ой, как хорошо, спасибо. Вчера опять. Но я не пойду в следующий раз, мне не интересно. Вот. Ну, парни смотрят, красив. Я помню, когда занимался, выхожу переодеваться, блядь, глазам не поверил. Стоит голый абсолютно в раздевалке парень, лет 25. Настолько красиво, голый абсолютно, волосатый хуй, такой еще полуоткрытая головка, блядь. И видно, любит демонстрировать что-то. Я так смотрю на него и понимаю, что в упор смотреть не принято. Я, знаешь, так... Он там вещи перебирает, так глаз скажу. Он стоит, так, знаешь, продемонстрировал. Потом медленно трусы одевает, блядь, хуй так поднимается у него. И думаю, боже мой, какая красота. Просто вот визуально смотреть. Бывают такие казни. Не, Нью-Йорк большой город, конечно, меньше, чем Москва. Но сам понимаешь, большой город, очень много возможностей. Меньше, чем Москва, интересно, а насколько же? Ну, в Нью-Йорке сколько? 18 миллионов, а в Москве 25 миллионов или больше уже, да, сейчас 30? Я не знаю, раньше было 10, потом 14, сколько уже сейчас, я даже уже что-то не смотрел. Ну, это, ну и потом, видишь, да понимаешь, я же в Москве жил, я же помню в Москве, насколько все больше и людей больше, а здесь Нью-Йорк вот такой, знаешь, по сравнению с Москвой, провинциальный городишко, ну, конечно, большой. Большая протяженность метро этого сабвея, метрополитена. Может быть, даже в Москве меньшая протяженность. Здесь как-то, знаешь, Нью-Йорк же он на островах как-то разбросанный. И
ну, вот этот Бруклин это одна часть, Манхэттен это остров, да? Куинс это другая часть Бруклина, то есть как бы там проливы эти, всякие-то острова. Вот, и он раскинут, конечно, город, но здесь в Нью-Йорке очень много частных домов. То есть вот ты идешь, такие, знаешь, тихенькие улочки с частными домишками. А в Москве же такого нету. В основном эти здания такие. Ну да, да. Здесь тоже этого полно, но не такие, то есть вот таких спальных районов, как таковых, нету здесь. То есть есть окраины, вот я, так скажем, живу тоже в спальном районе, но такой ближе к центру. У нас все-таки здания, нету высотных таких зданий, как в Москве, вот эти многоэтажки. Здесь такое все, знаешь... А нам казалось, наоборот, там небоскребы-то только, или нет? Не, ну это небоскребы, это Манхэттен, да. Манхэттен, я же в Бруклине. Бруклин это же малоэтажки. Здесь небоскребы только в центре Бруклина начали строить, и то такие жилые небольшие небоскребы. А Манхэттен, конечно, да, это небоскребы, и в них тоже живут, кстати. Люди, да там все так дорого, в Манхэттене все дорого. Вот я никогда не покупаю ничего в Манхэттене, потому что то же самое можно купить в Бруклине в 2-3 раза дешевле. Mm. А Бронкс, это вот где негры одни живут, там еще дешевле. И вот я бы хотел в Бронксе жить. Я же, кстати, когда Розе дали квартиру двухкомнатную в Бронксе, мы жили там. О, вот там ебля с неграми, я негров обожаю. Вот там негров я наебался, отсосал столько хуев, блядь, негритянских. А Рози, она ж тупая, Роза, она компьютерно неграмотная, блядь, слышь, профессор, доктор политических наук. А я говорю, жду тебя по такому-то адресу. Она говорит, а как туда добраться, из Нью-Йорка? Я говорю, так, милочка, у тебя смартфон, я же ей купил смартфон. Она пользовалась каким-то Самсунгом задротой, блядь, приехала. Я говорю, слушай, Роза, я говорю, ну, ему уже лет 20, этому телефону. Я говорю, что ты, ой, он не работает. Купили хороший телефон Nokia. Я говорю, вот адрес, приходи. Она говорит, а как? Я говорю, так по GPS-навигатору вбиваешь, он тебе покажет маршрут. Она в этом нихуя не понимает, она компьютерно неграмотная. И я ей загрузил гриндеры. У вас же гриндер не работает в Москве? Работает, почему работает? Ну, я помню, я когда приезжал, гриндер там никого не было, у вас это Харнет, кажется, да? Не-не, гриндер всегда был, и всегда там меньше, чем в Харнете, но как бы есть, да. Вот, и я ей загрузил гриндер, показал, как пользоваться, а она же по-английски не читает, ей может кто-то... Ну, мы там разместили ее такие, знаешь, выигрышные фотографии, чтобы она была более-менее красивая. Ага. А ты знаешь, ей иногда пишут, а она же по-английски не читает. Ага. Посмотри, кто там что написал. Я говорю, ну что я буду с тобой, блядь, телефон. Ну да, да. Так вот, в общем. Это. Тут, ну, кстати, приехало сейчас парней русских иммигрантов. Вот у меня Никита есть, такой парень красивый. Он приходит ко мне иногда, его в жопу ебу, но у него же очко не разработано, у меня хуй толстый. Ему больно, блядь. Ну, мы сосем, дрочим, целуемся. У него хуй красивый. Такой форма такая красивая. И вот мы валяемся голые, обнимаемся, целуемся, да, дрочимся, спермы нальем, лежим, высыхаем, блядь. А сколько ему, ты говоришь? Ну, он уже будет за 30. Ну, он такой красивый парень. Я его, он говорит, выеби меня. Он ложится на бочок. Я ему прессовываю потихоньку, он говорит, я не могу принять, у меня жопа не растягивает. Но я чувствую, он ну, прям не залазит, блядь. А другие парни прямо, ну вот, сразу бегу, прямо вот так раз я уже там, блядь. Ну что это такое, блядь? Ну да. Я говорю, тебе жопу разрабатывать надо, ну что это такое? Он говорит, ну я не могу. И, в общем, ну так мы, я его ебал пару раз. Ну, больно. Он говорит, ну больно, я не могу принять твой хуй. Я говорю, ну хуй с ним да потасать. Иногда. Но он бедный выживает, они все же здесь без пособий, он бедно работает и день и ночь, доставка, он на доставке работает, деливери. И вот он выкрит момент, говорит, я так устал, но я так ебаться хочу, я говорю, приходи ко мне. И он из последних сил приходит, еще возьмет пиво, чтобы, ну, он же по-русски молодец, он немного под шафе. Ну, ты знаешь, когда он пьяный, а у тебя жопа еще меньше открывается. Я говорю, Никит, в следующий раз не напивайся. Я говорю, у тебя жопа не открывается. Как я не вообще не открывается. Ну, вроде наоборот, должно быть там расслабляться. Да. Потом еще есть парень Савва из Осетии. Приходил пару раз.
Но он такой немножко педоватый. Красивый парень, 25 лет ему. Но мы так и не поебались. Он что-то мы попиздили. Он говорит, ой, слушай, говорит, давай в следующий раз. Я говорю, ну конечно, как скажешь. Вот, и это, ну, красивый парень такой. Вот, и он мне рассказывает, сколько он здесь встретил, где чеченцы сдаются, и все, говорит, они все такие гипокриты. И гипокрит это по-русски будет лицемер. Они все такие лицемеры, они говорят, ой, я понимаю, что ты гей, но я не такой, я не такой. А потом это самое, да? А потом хуй сосут и в жопу дают. Ага. Не, ну, Шри-Ланка, конечно, было интересно. Мне там нравилось. Все боялись, то все ебались, блин. Ага. Ну да, но там тоже можно было фактически каждого, да, там за бабки. Да, они видят, что ты белый, они на белого человека идут, им похую. Вот, даже натуралы, блядь. И мне это нравилось разводить. Но они, видишь, сами себе не могли признаться, потом проклинали, бегали. Ой, тоже опасно, блядь. А здесь сумасшедшие, блядь, здесь ебля хуёвая. Хотя в парке иногда, ты знаешь, латиносы такие классные приходят. Я ебался от души, блядь. Потом нашёл такого парня красивого, не поверишь, из Мексики. Он приезжал к сестре своей, Энрике. Я не поверил, что ему 40 лет. Он настолько красивый, блядь. И вот мы с ним встречались, он такой душевный, блядь. Мы с ним так ебались, потом переписывались, он сейчас в Мексике. Я помню, у нас место, я его повел в парк, я его на лавочке выебал в жопу. Нормальный платок, он так меня обожал, он и гулял, целовал, он очень красивый. Мексиканцы все-таки, вот это люди, понимаешь, не душевные. А америкосы это гандоны, биологические роботы.